Привет, стримаши. Немного другой обзор еды, ну, можно сказать, алкоголь, пиво немецкое, Фельдшлоссен, по-моему, так читается, темное, светлое и крепкое, 7-процентное, вот это, по-моему, крепкое. Да, 7%. Мега. Кому охота бухнуть. И вот это я приложил. Стар. Буракс. В пятерочке, по-моему, продается. Дурацкое пиво, невкусное, мне не понравилось вообще, ну типа иностранное, поэтому я его схватил. Вот здесь можно почитать. Литва, мне не понравилось. Может быть, не самое типа поганое, как наше российское, все российское, ну почти что все дурацкое. Вот. Это стоило где-то 60 рублей. Неприятное на вкус. Больше бы я не стал. Я бы оценил как какое-то 30-рублевое. А вот эти фельдшлоссены, это из красного, черного, блин, красного-белого магазина. Первый раз я дошел до этого магазина. 60 рублей стоили банка каждая. Вполне нормальная, ну, немножко голова побаливала, может быть, просто пиво я плохо переношу, поэтому у меня немножко голова начинает болеть. На этом все, пока, стримаши, подписывайтесь, ставьте уведомления. Это был обзор немецко-литовского пива, то есть это вообще фигня, это... нормальное пиво, вполне, можно сказать, хорошее.